Всем привет, я Юлия Андреева, расскажу вам о погоде на субботу, 17 августа. В субботу на территории Кировской области будет замечено лето. Например, в Лузе, здесь плюс 23, ясно, и в Вятских Полянах, здесь плюс 22, правда, пасмурно. В центральной части все-таки больше похоже на осень. 14-16 градусов тепла, дожди, пасмурно, возможно, даже грозы. В Кирове днем в субботу будет малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 13-14 градусов тепла. Ночью ожидается плюс 12, плюс 13. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха 88%, магнитное поле спокойное. А в жилом комплексе «Елки-парк» от группы компаний «Железно» яркие краски и свежий воздух круглый год. Солнце встанет в субботу в 4:05, зайдет в 19:24. Луна начала убывать. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на субботу, 17 августа. Пока! От высоких цен головокружения? У нас для вас отличное предложение! Квартиры будущего от «Железно» всего от 900 тысяч рублей. Скорее звони 3-5-3-8. Актив-формат от «Железно». Активный старт новой жизни!